С уходом некоторых брендов одежды с российского рынка владельцы ателье заметили повышение спроса на свои услуги. В их числе Валерий Иконников из Барнаула. Мастер привык работать с постоянными клиентами. Их в базе около 2000. Но в последний месяц интерес к одежде, сшитой на заказ, у барнаульцев возрос. К Валерию Николаевичу стали обращаться почти в два раза чаще. Уже приходят, говорят, раньше вот я брал вот такие брендовские, такие вещи, а сейчас их не завозят. Нету сейчас завоза. Сейчас в данное время пошли сейчас выпускники. В магазинах уже ничего не подобрать, а сейчас выпускники худенькие, высокие. В магазинах таких вещей нету. Все идут сюда, на выпускные. Потом после выпускников пойдут все свадебные. Многие клиенты приезжают в ателье Иконникова из Москвы и Санкт-Петербурга. Они заглядывают к Валерию Николаевичу в начале отпуска. К его завершению костюм всегда готов. Конструктор владеет беспримерочным методом построения одежды. С его помощью изготовить костюм можно за 2 дня. По горловине укладываю и начинаю при помощи вот этой тесьмы, начинаю движение. То есть где ему сократить? Этот метод позволяет шить изделия гораздо быстрее, не отвлекая клиента на бесконечные примерки. При этом во время подгонки макета конструктор учитывает и скрадывает все недостатки фигуры, маскирует сутулость и живот. Мастер освоил эту методику в 70-х годах прошлого века на показательном семинаре Михаила Воронина. Мы посмотрели, я, конечно, обалдел. Как так? Без единой примерки. Какой-то макет там дергают эти ленточки, подгоняют. Вырезают, отшивают. У нас с примеркой так не получалось, а у них без примерок там такие идеальные вещи. Освоив технологию, Валерий Николаевич сам стал проводить семинары в Новосибирске, Семипалатинске, Омске, Кемерове и Красноярске. Сейчас ученики к мастеру приезжают сами. Звонят из Уфы, Перми, Челябинска и Санкт-Петербурга. А молодежь-то не выучили, не обучили. Это, считайте, десятилетия. Не учились, никаких там учебных комбинатов не было. И никто никого не учил, специалистов не стало. Это вот я один пенсионер остался, потому что мне дорого работа. И как мои клиенты говорят, какая, говорит, тебе пенсия? Мы тебе не то, что на пенсии отдыхать, мы тебе умереть не дадим. Собственное ателье Валерий Иконников открыл 30 лет назад. Сейчас в нем работает 3 швеи. Кроит мастер сам, помогает сын. В месяц отшивает около 30 изделий. Но теперь с приходом новых клиентов производство планируют расширить. Валерий Николаевич уверяет, что и 60 костюмов в месяц построить легко. Юлия Шеламова, Николай Бойко. Новости.